Елена Хахалева обратилась к Владимиру Путину с просьбой о защите ее чести, достоинства. Это письмо сатаны обмануло президента нашей страны. Обманула. Все согласования, все будущие решения нужно было согласовать с ней. Это бандурша, говорит, это настоящая бандурша. Вы не представляете, что она мне сказала. Все, что было опубликовано, это правда. Встреча была ровно-то 5 секунд, а миллион долларов ушел. Пускай управляют отелем, нюхают кокаин задешево. Я утверждаю, что вы забрали 100 миллионов долларов олимпийского финансирования. Дайте мне 2 миллиона долларов и дайте мне 2 негодяев. И я через год сделаю так, что они будут судьями. Ваську в расход, Петьку в расход. Прокурор скажет, ну ты да поаккуратнее, ты там не борзей слишком. Вот она должна испугать вас, она должна испугать вас. А источником этого зла была именно Хахалева Елена Владимировна.